Ну, собственно, между, во-первых, напомню, между Айнапой и Фомагустой 220 километров, а сама граница заняла 5 минут. Она почти такая же формальная, как в Никосии. И даже вот так для россиян, как-то по-быстрому греки выпустили за 2 минуты. Машины никто не досматривал, страховки никакие не проверяли. Смотрели паспорта, вкладыши. Кстати, вот вы видите у границы полосу заброшенных домов приграничных. Короче, вообще лайт. Ничего не спрашивали, кроме паспортов, грубо говоря. И машину не досматривали, только людей посмотрели, все. А, спросили, когда я уезжаю из Северного Кипра. Видимо, хотели убедиться, что, ну, в сроки укладываюсь, все, пока.